Что-то давно вас не было. Да дела все дела. Да экономила на этих корнях отросшую. Ой, ну волосы в суховатом состоянии. Каким шампунем пользуетесь? Да, хороший у меня, какой-то профессиональный. Не помню название. Да какой бы ни сказала, все равно посоветуйте в 3 раза дороже покупать. Все хорошо, вам комфортно? Да, да. Да зарядили как капусту, ни нос почесать, ничего. Мне кажется, вы уже похорошели. Да? Спасибо. Может, хватит лицемерить? Да я как фантом у нас. Кончики будем подстригать? Не, не надо. Не надо, знаю я ваши кончики. 2 рубля потом за них сдерете. Ну как, нравится? Да, красиво. Класс. Главное, чтобы мне 10 тысяч хватило на эти излишества. Есть вещи, которые созданы дарить девочкам хорошее настроение. Это, конечно же, новая помада. Чистые волосы с хорошим объемом. Новые ноготочки. А также рубашка мужа. Вкусняшки. Плед. И кровать. Все, самый чистый кайф, если бы только не это. Ты на работу вообще собираешься устраиваться? Сегодня мама приедет, иди хоть для видимости что-нибудь сготовь. Опять разлеглась? Мы же договаривались обои в зале обдирать. -25? А где мои теплые колготки? Что? Дурацкий мороз! О, память у телефона закончилась. Ну и что я тут должна удалить? Все нужное. О, новая шампунь и маска, надо попробовать. Интересно, она когда-нибудь закончится? О, а вы кто такие? Я привычка рано ложиться и рано вставать. А я привычка делать утром зарядку. А я привычка вовремя заряжать телефон. Пошли вон отсюда, у меня уже есть друзья. Я синдром 1 января. Это когда тебе хочется встать и погулять, но ты лежишь, потому что тебе лень. А я непонятная болезнь, когда набила полный шкаф вещей, но всю зиму хожу в одном свитере и одних джинсах. А я главная чума 21 века. Это когда зашел после работы на 5 минут в Инстаграм и остался там навсегда. Да что значит ненадежный? Да не переживай ты за нас. Вон в прошлом месяце банк крышанул, блузку купил. Мама, я тебе сколько раз говорила? Ну не ту не ядицу на блоге. Откуда ты думаешь все эти вещи? С рекламы. А если его сейчас ток-шоу выпустят, так мы на эти деньги в Таиланд рванем. Голубь весточку принес, где я смогу увидеть тебя, прекрасная Елена. Завтра у меня вышивание, послезавтра танцы, а во вторник, если поедем в губернию, так это вообще 5 дней в одну сторону на карете. Где я смогу увидеть такую секси-чику? Завтра у меня йога, послезавтра тренажерка, а потом вообще на 5 дней с подругами в Дубае. Да ты бы видела, кто там пришел! В наколках, с бородой! Ну и что мне 35? Мне что теперь, на выбритые височки кидаться? Фу-фу-фу. Я тебя умоляю, ты бы видела, кто там пришел. Он не знает, что такое свитшот, отказался от тирамису, и, внимание, у него не то что Инстаграма, у него Телеграма нет. Блин, говорила мне Катька, не заказывай подделки с Алиэкспресс. Сири, срочно телепортироваться на почту. 398-4. Дорогая, у нас сегодня романтическое свидание на Луне. На Луне? Сейчас я в душ. Блин, как я забыла! Воду-то горячую на 2 недели отключили. Денеж у тебя играет,
облажаться. Моя жизнь ко мне так добра. Да как это остановить? Сучки, падают в ключ. Я листаю телефончик, все кроме меня не очень на мне. Да откуда вы взялись все опять? Я, допустим, солнечного Казахстана, а не откуда, понятия не имею. Всем привет, меня зовут Алена, и сейчас я расскажу вам про продукты, которые полезны для нашего здоровья. Витамины, содержащиеся в киви, улучшают наше зрение. Как это развидеть? Яблоки приносят пользу ушам. О боже, зачем мне уши? Цитрусовые полезны для груди. Блин, да это из-за мандаринов, что ли, мне все купальники к отпуску малы. Ну а орехи активизируют наш мозг. Да, дорогой, я тоже ложусь. Сейчас свет выключу. Спокойной ночи. Что? Прошел час, он до сих пор онлайн? Ну и какие мне делать выводы? Мамочка, а ты когда приедешь с работы? Мне так страшно. Любимый, ты когда приедешь домой? Мне так страшно. Беги, беги, найди меня, где те края. Только в гости я буду ждать тебя. Да сделаю я эти уроки, отстань! Да приготовь ли этот борщ? Отстань! Не хочу это одевать! Доченька, там же холодно! Ты куда, как капуста? Мамочка, там же холодно! Я ждала тебя, так ждала. Ты был мечтою моей. Угнала тебя, угнала. Ну и что же тут криминального? Я ждала. Так привыкла жить одним тобой. Что может быть хуже разбитого сердца? Вставай, на работу опоздаешь. Естественно, ничего. Лайк. Ну все, теперь у меня есть фен. Импортный. Блин, еще купила его в профессиональном магазине. Где холодный воздух? Где пар вокруг? Бедный стол. Уже шатается. Вон у Ирки уже давно гладильная доска. Гладишь так гладишь. Вон у Катьки уже давно парогенератор. Ну куда я могу ее рвать? В туалет. Что, хорошая бумага? Туалетная бумага с анекдотами? Ну это даже смывающаяся втулку переплюнула.